Я спрашивал Раби, кто такой Бог, и некоторых моих учителей о том, кто такой Бог, и моих друзей, самых разных друзей. Знаете, чего я на самом деле никогда не делал? Я никогда не спрашивал Бога, кто он. Я имел привилегию родиться и вырасти в консервативной еврейской семье. Синагога каждый шаббат, я прошел бар-мицву в 13 лет. Несколько нееврейских детей шли мимо и спросили: «Вы ребята евреи?» Я ответил: «Ну да». Они сказали: «Ага, вы ребята христоубийцы, вы убили нашего Бога». Я не знал, о чем они говорили. Я не понимал, что происходит. Обвинение меня в убийстве их Бога, знаете, очень расстроило меня. Я помню, как ходил в старший класс, и это была христианская школа. И когда я попал в эту школу, я увидел нечто, чего не видел раньше. Я увидел людей, ходящих вокруг и говорящих о том, как они по-настоящему любят Бога и любят людей, даже таких, как я. И с их слов было очевидно, что причина, по которой они любят меня, в том, что Бог любит их. И слушая это, я задумался о своей личной потребности в Боге. Прямо возле школы жил ортодоксальный хасидский любавический раббе. Я подумал: «Хорошо, я еврей, конечно, куда мне еще идти, чтобы узнать о Боге, как не к Рэбе?» Он научил меня немного Торе, немного Талмуду, о еврейских праздниках, и я действительно изучил много всего. Но я также учил и некоторые вещи в школе, которых я не слышал ранее. Я узнал, что Иисус был евреем, и я узнал, что все его ученики были евреями. И я узнал, что Новый Завет был записан евреями, возможно, за исключением Евангелия от Луки, Деяния апостолов. Я начал узнавать больше и больше о еврействе Иешуа. И это как-то вызвало у меня серьезный интерес и начало касаться моего сердца. Если я действительно собираюсь искать Бога, если я действительно хочу попытаться узнать Бога лучше, как минимум, я должен проверить эти утверждения. Потому я подошел к одному из этих христиан, которых я знал, как имеющих любовь в своих сердцах, и сказал: «Хотите ли вы начать изучение Библии о пророчествах в еврейских писаниях о Мессии?» И они сказали: «Конечно, если Иешуа — Машиах, про это точно должно быть сказано в еврейских писаниях». И Исаия, Иеремия, и Псалмы, и Захария, когда мы изучали все эти места, я думал: «Боже мой». Потом мы дошли до отрывка, который показался мне особенно интересным. Это была 53 глава Исаии. Я подумал, это должно быть об Иешуа. Я пошел к Рэбе и сказал: «Рэбе, посмотрите на эти пророчества. Это похоже на описание Иешуа». Рэбе немного огорчился и сказал: «Нет, это не описывает Иешуа. Здесь говорится об Израиле». И я видел, что это никак не может быть об Израиле. Израиль просто не подходит под это пророчество. Я вернулся к Рэбе на следующей неделе и сказал: «Рэбе, посмотрите, это не может быть об Израиле». И он еще чуть больше расстроился из-за меня и сказал: «Я не говорил, что это было об Израиле. Я сказал, что это может быть об Израиле». И он продолжил: «Я не знаю, о чем это, но это точно не об Иисусе». Почти 2 года я продолжал ходить туда-сюда от Рэбе на уроки по Библии, с уроков по Библии к Рэбе. И Рэбе думал, что я полностью потерян, и на уроках по Библии думали, что я полностью потерян. Скорее всего, потому что я и правда был полностью потерян. Я думал сам про себя: евреи не верят в Иешуа как Мессию. Как отреагирует моя семья? Нехорошо. Как отреагируют мои друзья-евреи? Нехорошо. И потом я понял, что я делал. Я спрашивал Рэба о том, кто такой Бог и является ли Иешуа Мессией, и на библейских уроках, и некоторых друзей и разных людей о том, кто такой Бог. Я никогда по-настоящему не спрашивал Бога, кто он такой. Я никогда на самом деле не просил Бога открыть себя мне таким образом, чтобы я мог по-настоящему понять, кто он такой. Итак, 3 мая 81 года, около 10 часов утра, я сделал это. Я уселся в своей комнате в общежитии, выбрал стих, который есть в еврейских писаниях и в Новом Завете. Это стих «Ищите и найдете». И я сказал: «Господи, почти 2 года я искал. Иешуа — это еврейский мессия». И все, что я могу сказать, в этот момент я просто знал. Все мои вопросы, все аргументы, все просто улетучилось. Я просто знал, что он Машиах. Я никогда не чувствовал себя более евреем. Потому что что может быть более еврейским, чем верить в Бога Авраама, Исаака, Якова, Бога Моисея, Бога Давида, Иеремии, Исаии, еврейского Мессии Иешуа?